Маленькая певица из Гродно Мария Лишек не представляет свою жизнь без музыки. Уже больше 3 лет она занимается в Гродненском музыкальном колледже у преподавателя Марины Петуховой. Простые детские песни остались в прошлом. Сейчас 11-летняя Маша поет серьезные и технически сложные арии. Есть у девочки и свои кумиры. Я сама с детства очень хотела петь, и мне очень нравится петь академическим вокалом. Я хотела бы петь как Анна Нетребко или Чичелия Бартолли. Мне очень нравится такой стиль пения и как они поют. Это мой пример подражания. Маша и сама – пример для многих. В конце мая она стала лауреатом первой степени Республиканского фестиваля конкурса детского искусства «Львенок». Она поразила жюри своей эмоциональностью и не по годам сильным голосом. Марина Петухова гордится своей ученицей, а выступление на последнем республиканском фестивале считает самым успешным. У нее была самая сложная техническая программа, технически сложная была. Там просто виртуозная программа «Ария». Джакина России, подражание Джакина России, Баркова. Это современный композитор русский. Вот. Он услышал ее выступление по видеозаписи в интернете и связался с родителями и сказал, что ему очень понравилось. Поддержка и вдохновение для Маши – это ее родители. Они ездят с ней на конкурсы и присутствуют на занятиях. А собираясь дома, вместе слушают оперную музыку. Так как я сама не музыкант, то просто помогаю, чем могу, поддерживаю, слушаю. Дома иногда, когда она занимается, мы вместе. Ну, вообще-то всегда конкурсы, естественно, вместе музыку слушаем. Это у нас вся семья любит делать. О каникулах Маша пока не думает. В ближайший месяц она будет репетировать, ведь в начале июля девочка отправляется на международный конкурс в Санкт-Петербург. Как и 2 года назад, она надеется покорить своим голосом город на Неве. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.